Главный редактор медиахолдинга «Вечерний Магадан» Наталья Мифтахутдинова выиграла Всероссийскую премию в Союзе слова и добра. Этот конкурс проводили для печатных и электронных СМИ. Победила Наталья Альбертовна в номинации «Чужих пропаж не бывает». Дорогие друзья, хочу поделиться с вами нашей радостью. В очередной раз мы приняли участие в конкурсе. Это конкурс на Всероссийскую премию в Союзе слова и добра. Его проводит благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд Академии российского телевидения. Цель конкурса – поощрение профессиональной деятельности СМИ и отдельных журналистов за освещение работы благотворительных организаций, меценатов, волонтерского и добровольческого движений в России. А наш директор, наша медиахолдинга ВМ Наталья Альбертовна Мифтахутдинова сейчас находится в Москве. Она стала победителем конкурса. Также ей вручили авторскую тарелку от художника-карикатуриста Андрея Бельжо. К тому же в номинации «Чужих пропаж не бывает» диплом достался нашему сетевому изданию «Вечерний Магадан». Коллектив «Вечернего Магадана» поздравляет нашего редактора Наталью Альбертовну с победой и желает ей дальнейших творческих успехов.